да пребудет. В чем дело, эмиссар? Слава Шагарату. Смертный бродит по залам Сайларна. Еще и мужчина. Объяснись. Тогда я в твоем распоряжении. Здесь командует Гаркедрик Улфри. Несомненно, ты немедля захочешь переговорить с ней. Она Гаркедрик, или командир Маскин в Сайларне. Она никогда еще не терпела поражения от Аурил, несмотря на их силу. Да хранит тебя наш лорд. Аурил заплакал. Изыди, смертный, ибо окажешься сейчас между Маскиной и их жертвой. Опасное место. Мы готовимся избавиться от заносчивых Аурил раз и навсегда. Как только они расшибутся нашу оборону, Сайларн будет нашим. Это будет подарком от нас, лорду Шеагарату. Тогда ты как раз вовремя, чтобы помочь нам защитить алтарь отчаяния. Как только Аурил будут разбиты, я почту за честь зажечь пламя во имя моего лорда Шеагарата. Слава Шеагарату. Да пребудет с тобой благословение Шагара.
Да пребудет с тобой благословение Шагарата. Приветствую, миссар. Мы ждем твоей команды. Лишь слуги Шагарата могут возродить пламя. Для этого нужно разжечь алтари наслаждения и отчаяния, питающие пламя. Увы, нам принадлежит лишь алтарь наслаждения. Алтарь отчаяния захватили коварные Маскин. Мы должны контролировать оба алтаря, чтобы разжечь пламя. Если ты поможешь нам отбить у Маскина алтарь отчаяния, я почту за честь разжечь пламя для лорда Шагарата. Слава Шагарату! Приветствую! Единственная возможность атаковать алтарь отчаяния — идти вниз по главному проходу между двумя алтарями. Это будет трудно. Маскин усилили свои позиции, но я уверена, что с твоей помощью нам удастся победить. Поможешь ли ты нам взять алтарь отчаяния и изгнать Маскин из Сайларна раз и навсегда? А неожиданная атака — любимая тема Мирела. Прекрасно иллюстрирует, почему мужчинам нельзя доверять командованию. Он не смог оценить рискованность этого плана. Если Маскин устроит там засаду, нам не избежать гибели. Лучше штурмовать главный проход, где мы сможем использовать наши преимущества в силе и умении владеть мечом. Приветствую. Пламя питается огнем алтарей наслаждения и отчаяния. Лишь как только мы отобьем... Не пора ли помочь нам уничтожить Маскин и взять контроль над алтарем отчаяния? Не пойму. Все мужчины такие упертые. Разве я не говорила, что считаю эту затею слишком рискованной? Почему ты думаешь, что сможешь убедить меня, если мой лейтенант не смог? И тебе лично удалось это разведать? Я должна быть уверена, что мы не попадем в ловушку. Риск слишком велик. Мирел также приводил убедительные доводы. Отлично, рискнем. Выбираем Андердип. Да пребудет с нами святое безумие Шагарата. Сайларн будет нашим. Покончим с Маскин. Смерть Маскин! Во славу Шагарата!
Друзья, убить, берегитесь! За Шагарата! Алтарь отчаяния наш, но битва не окончена. Занять оборону. Победа за нами. Я уже выбрала того, кому достанется честь зажечь огонь на алтаре наслаждения. А для себя я потребую чести спить чашу победы тут, на алтаре отчаяния. Алтари могут быть зажжены лишь Маскин или Аурил, добровольно принесшими себя в жертву. Великая честь для меня отдать душу Обливиону во имя лорда Шагарата. Прощай. Много лет пройдет, прежде чем я смогу сюда вернуться. Иди.
Говори быстро, смертное существо. Говори, гражданин. Говори, гражданин. Герой, принесший его, святое пламя Агнона, огонь вдохновения и наслаждения. Если ты зажжешь великий факел на стороне Мании, будешь героем Блиса, уверяю тебя. Не думай об этом. Мечтай об этом. Дай волю воображению. Я знаю, в конце концов, ты сделаешь правильный выбор. А, ты пылаешь очищающим огнем Агнона, огнем правды, мерцающий маяк надежды во мраке уныния. Иди же, зажги великий факел во имя деменции, пролей свет на тайны, углуби тени. Народ Крусибла ждет героя. Да отяготи свой разум этой задачей. Пусть страх сделает неверный выбор, охватит тебя. Глубоко запустит когти в твою душу. Да. Я не хочу слушать тебя. Ты мне... Так. Я знал. Я увидел блеск мании в твоих глазах, дитя мое. Иди теперь, и пусть святое пламя вдохновляет народ Блиса перейти на новую ступень безумия. Неплохое начало. Это важно для меня. Имей в виду, твоя работа сэкономит мне массу времени. Серый марш надвигается. Начинается упорядочивание. Армии порядка сметают мое царство. Смерть, разрушение. А потом мне опять собирать все по кусочкам. И кусочков всегда огромная куча. Не люблю я заново отстраивать мое царство каждую эру. Иногда я забываю, что где было. Например, Нью-Шиот. Всегда забываю, где он был. Ты изменишь это. Сломаешь цикл. Ты остановишь Джигалага. А я потом вернусь в целое и невредимое царство. Раньше я так никогда не пробовал. Почему нет?
Что-то должно сработать. Однажды я вырыл яму и заполнил ее тучами. Или кучами. Неважно. Это его даже не замедлило. Честно говоря, это была не лучшая идея. А как оно воняло! Должно быть, то были кучи. Тучи не воняют. На вкус они как масло и слезы. Но теперь все по-новому. Свежая идея. Нечто, о чем я не думал, пока не подумал. Это непременно сработает. Даже если не сработает. Тебе нужно завоевать уважение моих подданных. Когда я уйду, им понадобится лидер, объект восхищения. Такие люди хребет любой великой земли. Правда, бывает, что хребет и есть хребет. Случалось бывать у Малаката? О, отвратительное место. Ладно, вернемся к нашим делам. Тебе нужно возглавить один из дворов безумия, сесть на место нынешнего герцога или герцогини, все равно кого, и уважение у тебя в кармане. Народ сплотится вокруг тебя, будешь купаться в их любви, восхищении и жалобах. Да какая разница, если это удерживает их на нашей стороне? Нет, ни чуточки. Хотя, да, будут, точно будут. Мне даже немножко стыдно за них. Но иногда приходится разбивать яйца или черепа. Однако есть правила. Даже на островах. Ритуалы и правила. И от них отступить нельзя. Поговори с Арктусом или Дервинином, верховными жрецами в часовне Арденсула. Они расскажут, что делать. И ты всегда можешь призвать на помощь милейшего Хаскила. Верен, как хорошая собака. И костюм на нем сидит лучше, чем на собаке. Да. Приходи еще, или я выбью тебе глаз. Изыди, смертный, ибо... Тогда ты как раз вовремя, чтобы помочь нам защитить алтарь отчаяния. Как только Аурил будут разбиты, я почту за честь зажечь пламя во имя моего лорда Шагарата. Два алтаря. Лишь бессмертные слуги Шагарат. Аурил удерживают наслаждение и хотят напасть на нас. Но не страшись, ибо им не сравнится с нами. Как только мы с твоей помощью разгромим их главные силы, мы легко отобьем наслаждение у оставшихся защитников. Тогда я с радостью зажгу пламя. Мы ожидаем атаки Аурил с минуты на минуту. Они будут штурмовать главный проход, выдвинувшись от алтаря наслаждения. Они всегда так делают. Они чересчур самоуверенны. Мы подготовили засады и ловушки. Это будет славная резня. Как только Аурил будут уничтожены, я зажгу для тебя пламя Агнона. Поможешь ли ты нам защитить алтарь отчаяния? Это будет славный день. Сайлар наконец-то будет свободен от Аурил. Следуй за мной. Атака может начаться с минуты на минуту.
за безумного бога. За Шагарата. За безумного бога. 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 Победа за нами. Я уже поручила подчиненным зажечь огонь на алтаре наслаждения. А мне принадлежит право принести себя в жертву на алтаре отчаяния во имя лорда Шагарата. Что ты имеешь в виду? Всякий из Маскин охотно принял бы такую судьбу, если бы я пожелала от нее отказаться. Ты являешь собой образец доблести. Я бы даже могла уступить тебе честь зажечь алтарь. Принадлежит и к бессмертным. Прощай. Воды Обливиона ждут меня. Ведь ты возвысишь? Вижу в тебе истинную дементность, как и всегда подозревал. Дай волю своим тайным страхам и желаниям. Пусть они управляют тобой, как и должно. Теперь зажги великий факел, и да будет он маяком и для тех, кто страшится, и для тех, кто внушает страх. Великий факел сияет чистым светом мани. Хороший выбор. В соответствии с древней традицией, прими облачение Арденсула в награду за великую службу мани.
следуй тропой скромности, и обретешь просветление. Меня обескураживает твой выбор. Мания обманчивый помог. Да пребудет с тобой наслаждение и боль. Великий факел сияет светом деменции. Сегодня ночью весь Крусибл будет праздновать. Вот, возьми это. Заслуженная награда. Теперь быстро прячь. Лучше, если никто не узнает, что ты носишь это. Да при... Будет с тобой. Счастливые времена. Да. Как бы мечтали мы о правителе столь же великом, как первый, наш спаситель Арден Сул, величайший из герцогов всех времен. Мы чествуем его ритуалом коронации, дорогой к маниакальному блаженству. Это важная часть нашей истории, друг мой. Рад буду рассказать, если у тебя найдется минутка. Арден Сул был величайшим из правителей нашей земли. Много лет назад решил он учинить ночное пиршество, дабы радовать детей своих зажигательными танцами, великолепными винами и свободой любви. Зеленая пыльца потекла рекой, и бражники не смогли отказаться от даримых ею наслаждений. А, но это так. Когда вакханалия достигла апогея, люди стали хвататься за грудь, сердца их не выдерживали. Зеленая пыльца собрала свою дань. Земля окрасилась в багрянец, когда их безжизненные тела истекли кровью. В память о той ночи, когда приходит время смены правителя Мании, он принимает зеленую пыльцу и позволяет крови своей излиться на алтарь. Конечно, когда правитель Мании решает, что время пришло, он выбирает преемника из числа придворных. Преемника приглашают на празднество «Ночь шумного веселья». Вино, песни и, естественно, зеленая пыльца. Во время пира уходящий правитель принимает 3 дозы этого мощного снадобья. Сердце его не выдерживает и разрывается. Он истекает кровью. Преемник собирает отравленную снадобьем кровь и приносит ее на алтарь Арден Сула в часовне. Как только он сделает это, я провозглашаю его герцогом или герцогиней. Затем Шиагарат дает свое благословение, и ритуал завершается. Меня обескураживает твой выбор. Мания — обманчивый помощник. Эта тема редка. Подожди минутку. Ты хочешь услышать историю ритуала? Случилось все много лет назад. Мой лорд Арден Сул заподозрил, что в его окружении есть предатель. Не желая получить удар кинжалом в спину, собрал он паству свою здесь, в часовне. Отравив обрядовое вино, Арден Сул смог пресечь любой такой заговор одним махом. Да, затем он вырезал их сердца и использовал древнюю технику предсказаний — висцеромансию, дабы познать их намерения. Когда Арден Сул не смог увидеть в их сердцах следов предательства... Безумие овладело им, и лишил он себя жизни тем же путем. С того дня и был учрежден ритуал коронации в деменции.
Отлично. Так может говорить лишь истинное дитя деменции. Чтобы стать правителем деменции, нужно вырезать сердце ее нынешнего властителя и принести его на алтарь Арденсула в часовне. Как только это будет сделано, я провозглашаю принесшего сердце герцогом или герцогиней. Затем требуется лишь благословение нашего лорда Шаугарата.